Итак, в Новосибирской области по горячим следам раскрыто убийство 12-летней девочки. Подозреваемая уже задержана. Школьница пропала накануне вечером в поселке Криводановка. Это недалеко от областного центра. После 19 часов девочка возвращалась со школы домой по проселочной дороге в селе Криводановка и пропала. Ввиду того, что она не выходила на связь и не вернулась домой, родственники забили тревогу, организовали ее поиск, в результате которых труп малолетней был обнаружен у проселочной дороги в районе Искусственного озера. Удалось установить причастность к совершению преступления 25-летнего местного жителя. По версии следствия, в тот день школьница возвращалась с уроков домой по проселочной дороге. В пути следования ее настиг 25-летний мужчина, который причинил ей смерть и совершил сексуальное насилие над потерпевшей. Во время задержания подозреваемого оперативники нашли в его квартире мобильный телефон школьницы. На допросе следователей изувер признался, что изнасиловал и задушил девочку голыми руками. А еще вещи сжег рядом с места преступления. Он утверждает, что убивать не хотел, слишком сильно надавил на шею жертва. Следователи просят суд арестовать подозреваемого.